Ребят, всем привет! Ну, короче, на обзоре у нас масляный обогреватель советского образца. Мощность его 1000 ватт, цена 1200 рублей. Ну, вы, конечно же, скажете там про себя, может быть, вслух плюнете прямо на монитор. Да это дорого, ты чё, я такой видел, ребят? Он из двух частей, вот посмотрите, внимательно. Одна часть масляного, ну, как бы панель, да, там, не без разницы. И вторая, видите? Он такой, знаете, вроде как и на 1000 ватт, а греет достаточно хорошо. Чё, блин, надо же было. Значит, вот тут есть ржавчинки. Или отшелушение краски. Ребят, на вот это дело мы просто вам возьмем и скинем денежки. Если вам надо, пожалуйста, вы можете поторговаться, и мы уступим. Уступим, естественно. А если вы еще что-то у нас приобретете, так вообще сделаем его максимально низкую цену. Подписывайтесь, ребят. И если кто-то не знает, что делать дальше, в описании к ролику заходите, читайте, где мы находимся, наши телефоны, адреса, время и дата работы. Короче, все там есть, почитали, поняли, надо, позвонили, увидели этот ролик. А ему уже где-то неделя-полторы, как он вышел. Вы звоните на мобилу нам и говорите. Нет, вы спрашиваете. А есть ли масляный обогреватель в наличии, тот, который был на ролике с двумя панелями советского образца? Мы такие, да, конечно, есть. Кому он нахрен срался? Даже если будет минус 100 градусов, его нихера никто не берет. Вы будете брать? Мы такие, да, мы возьмем. Но не забудьте поторговаться. Подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. Всем пока.